4 ледника на Эльбрусе. На северных склонах, с той стороны, конечно, они более мощнее и более языки вниз, более длинные спускаются. Значит, Эльбрус находится на территории нашей страны, в основном на территории Кабардино-Балкарской регионы. Хорошо видна астрофизическая обсерватория, филиал Курковской. Значит, это у нас боковой Кавказский хребет. А вот за нами вершины главного Кавказского хребта. Там тоже очень интересные красивые вершины Кавказского хребта. По гребню главного Кавказского хребта идет граница Грузии. Здесь Россия, с той стороны уже Грузия. И перед нами вершины. Шапка ледника наверху 4450 метров, обозначающих место, где будут сокобаны. Вот эта толщина ледника на вершине, сколько метров? И вот двоюродный брат Иосиф Котян. Никто и никогда больше по северной стене Дангу-Сарун туда на вершину не поднимался. Миша Хергяни со своим двоюродным братом эту стену покорили в 1968 году. Стена Дангу-Сарун для восхождения закрыта. Наивысшая категория сложности, международная шестерка присвоена этой стене. Ну и не ходят на нее альпинисты. Сами видите, мощный ледник, какой очень часто и лавины, и камнепады, и ледопады. Так что очень опасно. Хергяни сам описывал это восхождение уже потом, что разбили где-то на полке с братом палатку и так легли спать. Но ночью ледопад обрушился на палатку, ее в клочья разорвало, но они вот не пострадали, как ни странно, удивительно. А вот у подножия ледники вот эти язвочки, это чего? Это ледники, да, здесь тоже ледники, и вот эти, как вы назвали, язвочки, это лавины сходят, вот они вот так прям. Бывают как лыжные трассы, иногда говорят, лыжные трассы. И когда больше, и так вот оно такое голубоватое, потом желтоватое, и вот это земляное такое. Будем ждать, пока цвет поменяет, что делать. Будем ждать. Скорее всего, закроется уже скоро полностью. Я не издеваюсь.